Вот привезли, машина скинула. Все, больше не надо, а то тележка сломается. Аккуратно. Вот так. Вот мальчик Коля приехал. Смотри, он как носит. Там подошва красивая, которую в руке держишь. Там сохрани ее. Это не фильм, который снимается по про хетов. Государство хеты или египетские пирамиды строят. А там чурку ворочает. Да чурку ворочает. Кто? Ураган? Это его не вижу тут. О, чурку ворочает. Все работают на лесоповале. Кто бы чем где занимался, на Майдане там или еще, а тут все пределы. Бескровная, говорится, революция. Вот они нагружают. Я издалека снимаю, потому трясется. Вот тележка у нас называется, тачка. Тащанка. Это полевые ветки такие, это ветки такие вчера спиливали. Вот какие ветки. Вдвоем маленький клочок веток поднимают. Вот Володя с Сергеем Пупковым. А это Никита Колесников старается. Душу спасает. Не просто так. Вот выйдешь, что-то рядом, выйдешь, курочки рядом ходят. Петушок. Вот они стоят. Рядом тут, посмотришь, собачка. Курочка еще одна, червячков ищет. Вот ураган там тренируется. Вот все пределы. В воздухе ласточек, туча летает. Грачи, выйдешь, вот черно перед окнами. Лежу дальше, молодой голубь у меня вылетел, не знает, как куда сесть. Сел на землю. Только сел, курица бежит против него. Он испугался на эту вот жердочку, вот сел и сидит. Красивый такой, лохмоногий. Шиненчик у него беленький. А прилетел с первой голубятни. Вон она у меня. Ее фотографируют, кто проезжает. Как говорится, сюрреалистичное сооружение. 9,60 от земли крыша. Выше столбов. Вот она как. Понятно, что делает. Никто его не заставляет это делать. Он сам выбирает себе по силам и несет. Вот где пилят, туда и клади. Вот здесь вот. Вот так. Он всему приучается. Но Никита как медведь в лесу. Бревна таскает. Братья стараются, от греха избегают. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Сатане трудно приближаться к тому, кто трудится с молитвой. Ну, смотри, что делает у нас Коля. Сергеев, его фамилия. Зеленоград, или как Зеленогорск, там, Красноярского края, закрытого типа город. А тут все открылись. Сегодня тут свиней продавали. Никто ничего не говорит. Ну, как только деньги рассчитывали, а я не хочу, чтобы видели, еще лучше. Когда мы записывали, когда деньги дают, показывали, спора никогда не было. А когда Игорь не сделал этого, тот, кто увез у него гречку на 700 тысяч, так и не отдал. Вот такой ущерб. Вырастил, и тот отказался, суды шли, и ничего так и не решили, не взяли.
Почему? Безбожество? Вот мы стоим как раз напротив Володи Пащенко дома. Вот тут основная у нас столовая. У него вот этот кабинет есть. А уже желтизна. 22 августа. Деревья. Это ну тополь. Он раньше всех зеленеет, а раньше всех желтеет. А береза еще стоит как надо. Ну, Никита, как видишь. Все, считаю, убираю. Смотри, Коля, не наткнись на это, вот торчит. Володя, вырви, которая торчит, чтобы она не ударила его. Отойди маленько в сторонку. Вот, торчит, вот. Вот это вот. Палка торчит, он наклонился и на острие может. Или сломай, или убери. Ты, Коля, внимательно смотри, чтобы глазом не ткнуться. За тобой не усмотришь, ты же везде движешься. Березок на березок ничего нету пока. Вот. А вот ветлина, ветлина дольше всех зеленая будет. А вот у меня под окном ветла. Вот, скорее. Абсолютно зеленая. Вот подходят, как смотри, вот начинают. Так, вы втроем быстро грузите, а один потом понесешь. Ну, тогда неси. Нет, он сюда его тащит. Все однако.